Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о таком аддоне, как World Quest Group Finder. И, собственно, суть-то в чем? Суть в том, то, что сегодня Blizzard анонсировали такую вещицу, что вы не сможете использовать этот аддон полностью. Причина тому — нагруженность наших серверов при создании этих множеств заранее собранных групп и дележка их на какие-либо сервера, подсервера, локальные, нелокальные. В общем, там до кучи горы текста. Если я найду, то я скину в описание под видосик. Ну или если вы найдете, то вы также можете кинуть ссылочку, я прикреплю ее. Это очень сильно поможет мне. Но я нашел решение, да. В общем-то, из этой группы мы ливнем. Она нам уже не особо-то нужна. Раньше как было? Вы кликаете центральную кнопку, и он вас подсоединяет. Ну, центральную кнопку на мыши, колесико, да, то есть кликаем колесико на название квеста, и по идее он нам должен искать заранее собранные группы. Но вот проблема. Он будет отправлять заявки, но в конечном счете он все равно напишет ошибку. Что же нам нужно сделать для того, чтобы найти группу? Мы кликаем правой кнопкой по названию локального задания, кликаем кнопку «Найти группу». Поиск будет идти очень долго, а может даже и не пройдет в итоге. Вон там, создалась ошибка в итоге. Наша задача — кликнуть кнопку «Новый поиск», обновить списочек. И ищем те заранее собранные группы, у которых есть приписка принимать автоматически. Мы быстрее вступим в них. Скорее всего. Но это не точно. И пытаемся подсоединиться к какой-либо группе. По факту все. Да, стало чуть больше действий, но нас не проведешь. Вот так вот. Все равно мы будем в топе и будем делать локальные задания так, как именно мы захотим. Всех вам благ, счастья, здоровья, чтобы аддоны у вас работали, не ломались, как говорится, и никогда их настройки не слетали. Эпиков вам там побольше, всяких легендарчик, голды. Ну, вы знаете, собственно, что в этой игре надо фармить. До скорого.